Поддельный алкоголь встречается все реже на прилавках магазинов Тверской области. Такой вывод можно сделать по итогам пресс-конференции, прошедшей 4 июня. На ней представители УМВД подвели итоги работы профильного подразделения за первую треть текущего года. На данный момент в Тверской области 711 юрлиц имеют право на оборот алкоголя. Из них 444 на реализацию в розницу, а 267 на продажу в точках общепита. Без нарушений в этой сфере все равно не обходится. За 4 месяца текущего года их выявлено 399. Выявлено реализация и хранение алкогольной продукции без лицензии 59 правонарушений. Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним 72 правонарушения. Также реализация алкогольной продукции без документов, подтверждающих легальность производства и оборота, 66 правонарушений. Кроме того, зарегистрировано 154 иных видов нарушений, среди которых 15 случаев – продажа в ночное время. В первую очередь речь идет о так называемых рюмочных. При этом больше всего полицейских беспокоят факты нарушения общественного порядка, которые временами устраивают посетители. К самим заведениям. С точки зрения в первую очередь качества напитков претензий нет. Пресловутой паленки даже там теперь не встретишь. Очень серьезные штрафные санкции сейчас за именно оборот алкогольной продукции без документов, а особенно если она будет не соответствовать качеству. Вот. И поэтому у нас в сетевых, особенно объектах торговли, найти некачественную алкогольную продукцию сейчас практически невозможно. Ведь даже за одну обнаруженную бутылку поддельного алкоголя можно заплатить штраф в размере до 4 миллионов рублей. Так что теперь владельцам магазинов и баров себе дороже экономить, выставляя на полке фальсификат.